Форт-Сине, 4 декабря 2016 года. Это главное КПП. Намерены попасть на территорию, сделать видео. У нас есть видео уже не одно. Ну, думаю, лишним не будет. Еще одно, если мы сделаем вправо на выход на дорогу Люпенвальде-Ютербок. Сюда влево, к станции Форт-Сине. Слышите, если прислушаться, слышно, машины гудят. Это по скоростной дороге на Люпенвальде. Там же 101-я дорога. Намерены сейчас через забор. И далее продолжим движение. Там у нас с вами сегодня рояль в кустах. Я пару видео уже сделал, как и фото одной из казарм. Вот сюда мы пролезем. Ранее я не мог сюда пролезть. Несколько другие были габариты. Сейчас пролазим. Вот мы уже на территории Форт-Сине. Вот и рояль в кустах. Наверное, уже заметили. Вот он. На нем мы и поедем какое-то время. Даже не знаю, куда мы поедем сейчас. Ну, посмотрим, как дорога куда пойдет. Это первая казарма от КПП. Недавно мы были, дней 2-3 назад. Фото и видео у нас есть. Времени сейчас я покажу. Начало первого, местное время. Почему сегодня такой геройский парень? Поскольку выходной день и не работают. Вот сейчас люди сносы. Боксы ломают. В основном. Это столовая. С левой стороны здание штаба. Фото, видео много. Материалы группы. Алтыслагерь. Он там проглядывается. Ветерок. Как-то вроде ветра нет, а в движении чувствуется. Вот это здание штаба. Центр рухнул. Казарма, здание казармы. Вот здесь, вот сразу на углу был постамент. Находился танк Т-34. Многие участники группы фотографировали здесь, на этом месте. Фотографий довольно много я встречал. Вот видно там еще элементы железной конструкции. Металлической конструкции. Кто-то заехал. Это плац. Мы даже не будем заезжать. До такой степени заросший, там не проехать на велосипеде. Трибуна. Это элементы наглядной агитации крепились, видимо, или что-то там, может, с боевой учебой связано. Это территория уже школы прапорщиков. Кстати, по территории школы прапорщиков у нас есть и видео, и фото, да все, что можно, мы сделали. До такой степени люди не реагируют на все на это. Хотя пишут, хотелось бы посмотреть. Обращается ко мне. Но ради бога, смотрите, все есть. Все абсолютно. Были во всех помещениях. Ну, там качество, конечно, где лучше, где хуже. Да какое там лучше? Не очень хорошее качество, как и все мои видео. Но кое-что можно узнать. Вот, например, КПП. Ну, прямо будет клуб
В этом здании была библиотека, еще что-то, много чего тут было. Ну, внутри все до такой степени разрушено, повреждено. Заходить даже не хочется. Вот он клуб. Налево будет КПП и дальше туда уже на, как сказать, промзона, что ли, там, где находились боксы с танками, другой техникой. Вот их и ломают как раз. Давайте мы туда и проедем. Посмотрим, что там ломает. Это клуб. Клуб или же дом офицеров. Это была афиша здесь. Афиша или стенд для афиши. Далее там магазин. Налево повернем, можно доехать до плавательного бассейна. Также там же рядом будет здание караульного помещения гауптвахты. Все это рядом. Все это у нас с вами имеется. То есть сегодняшнее видео, которое мы делаем сейчас, мы уже повторяемся. Может, только с другого конца заехали или с другого места. Вот дорожка, видите, накатанная. Это строители или ломатели. Давайте здесь и проедем. И тут, наверное, мы зря решили съехать. Как-то мы тут летом проезжали с вами, также помню, на велосипеде. Но были в другом состоянии все эти объекты. Вот здесь вот приспособление для питьевой воды мы проехали. Можно было спокойно там попить. Вот они там из кирпича выложены. Вот справа это помещение гауптвахты и караульного помещения. Кажется, или я ошибаюсь. Сейчас надо присмотреться. Пожалуй, я ошибся. А вот здесь и ломают. Видите, стоит бокс, или как сказать. Тут, наверное, бытовка. Хоть бы никого не было здесь. Вот тут уже видно, что впереди ничего нет. Тут были ранее объекты. Тут выход. Танки выходили на полигон с этого места. Может быть, не на полигон. Ох, как бы туда нам... Ох, тормоза смертельные. Вон там дальше левее будет. Через ЖД дорогу Виадук, где танки переезжали на полигон. Мы же здесь назад поедем. Может быть, тут проскочим в ту сторону, там где бассейн, единственный бассейн, водоем для отработки навыков. Преодоление водных препятствий на танке. О как. Может быть, не так это звучит. Ох, посмотрите, тут вот. Вот здесь. Это вот
Донышки снарядных. Донышки снаряда. Гильзы снаряда, извините. Надеюсь, видно. Вот они. Видимо, танковые пушки. Они не шлёпнутся здесь. Вот мы подъехали к экскаватору, чтобы проехать туда. Попробуем проехать. Если обратили внимание, там мешки стоят. Это отдельно материалы, содержащие асбест, складываются. И вот такая участь ждет все объекты, здания, сооружения Форцин. Эта территория уже является заповедником. Хоть бы здесь проехать. Вот мы снова проехали. Вот здесь все выложено гильзами от снаряда. По-моему, мы уже приехали здесь. Да. Очень жаль. Остановим здесь наш видеоролик, видеосъемку. Всем всего доброго, до свидания, до новых встреч.